Всем привет! Вы на канале Таксуем. И сегодня у нас начались выходные. В эти дни нужно быть предельно внимательными, находиться дома, в кругу семьи и близких. Но наша область транспорта не затрагивается. То есть водители такси могут выходить на линию все эти дни, работая и принося пользу людям. В любом случае, куда-то кому-то надо будет ездить. Это не какой-то праздник, это вынужденная мера, чтобы вы пересидели дома, а не куда-то там отправились отдыхать. В принципе, что я могу вам сказать? Берегите себя, мойте руки, не трогайте ими лицо, ну и вообще, по возможности, протирайте ручки дверей. Так, смотрим. Кайфа нету. Кстати, реально кайфа нет. Ну, откуда ему взяться? Видать, сегодня все, выходной. Выходим на линию. Быстро же заказ придет. О, прикиньте. Прикольно. Только у меня конечки не видно. Ладно, погнали. Сейчас надо ручки протереть. До свидания. Ого. Прикиньте, ждут. Платная подача гидротехническая 22. Бустер. Интересно, а если бы я его отменил, этот заказ? Если бы я, наверное, отменил этот заказ, есть вероятность того, что я бы остался без этого. Машин полно. Пандемия в голове. Коронавирус поразил головной мозг. Девушки садятся в автобусы. Риски повышенной опасности. Вообще пофиг. Чё там, как там? Да повышенная бы, да насрать. Дороги, дороги, дороги. Уточки мои. Классные дороги! Россия вперед! А мы едем на заказ в Васильевку. Это у нас коллективное, что там, Васильевка, село Васильевка коллективное. Увидел СНТ Приозерный, понял, где это находится, и меня успокаивала только цена. В принципе, цена мне понравилась. Но ехать по этим дорогам, вот за ту цену, которая была бы просто, я бы просто психанул. Я бы уехал. Если бы они еще не успели бы выйти, я бы уехал. Васильевку тоже ждут, потому что понимают, что не уедут. И это, видите, какие дороги. Васильевки ждут, будут ждать. Прикольно. Там вообще ребенок от 3 до 7. Парам-пам-пам-пам. Бедная подвеска просто. Брым-брым. Брым! Брым! Прыгаем, прыгаем, прыгаем! Вперед! Ожидают наши пассажиры. А вон они. Пух! Пара-па-па-пам! Здравствуйте! Здравствуйте! Васильевке, да? Здравствуйте! Это где находится? Заводской? Да. В старом городе. А, просто мне не показывает. Здравствуйте. Садись. Пристегивайте, там гаишники стоят. Ну-ка. Перчик, пока. Пока.
отгаешь, они чуть-чуть. Сиди, а спокойнее, проведи. И мне проведи. Добрый день, инспектор. Здравствуйте. Страховочек можно? Да. Страху есть неоплаченный, Николай Николаевич? Есть один. А? Есть один. Не слышу. Есть один. Просроченный, имею в виду. Просроченных нет. Какой с вами честь? Как странно, они здесь стоят обычно. Здесь не бывает их. Надо дома сидеть, как Путин сказал. Ну да. Нас вот в понедельник работать заставляют. Продолжаем съемочный день. У нас сейчас заказ выселки. Сейчас я за пассажирами. Долго ждут уже. А еще не вышли даже. Платно лично. Поэтому не вышли. Алло. Руся, давай назад маленько. Ты к пятому дому подъехал. А-а. Здравствуйте. Аккуратно за цветами в 15 заедем. Хорошо. А ты кому что показываешь? Так? Конфликтная ситуация. Давай. Субботам конфликтные ситуации часто? Да и сейчас, на каждый день. Почему? Народ такой. Своя машина или контора? Своя. Которые конторские, что они зарабатывают вообще? Не знаю, пока не пробовал. Попозже. Там на газу, у меня на бензин. Бензин. Газ поставить надо, сейчас акции 23 тысячи, что ли? Да, да? Да нафиг он нужен? Если так сильно много катаешься, купается. Одни проблемы. Багажник полон, запаску хрен привезу, да. Гаишник, надо оформлять его еще. Если не оформишь, то гаишники хлопнут. Особенно на Соковском посту. ТОшки всякие. Плюс 1000 рублей к ТО. А с десятка была? Я 18 18 я поставил. 200 продал. Я не таксовал просто. Ну вот, а я таксовал. Для себя. Каждые 15 тысяч мне. Сначала неудачно поставили, программу плохую прошили. Потом нашел спеца, сделал, потом уже довольны. И ездили много, экономили. Так, контакт для себя согласен. 200 оно валило у меня. В Бузулук ездили. 5 человек в машине, 200 всю дорогу. Нормально. Хотел заявку дают. Ты сам выбираешь или компьютер? Нет, компьютер в Яндексе. Сегодня там, после гостей я вызову. За мной машина придет? Да. Ну как, должна. Не знаю. Должна. Ну потому что водитель вот... Вот мне сейчас придет заявка. Я подумаю, брать нет. 380. Спасибо. Село Тимофеевка. Ну, с выселок уехать в Тимофеевку. Я вам скажу, это очень хорошо. Самое смешное, знаете, с чего? То, что наши гражданины, вот этот, который начал там, у них было ожидание. Ну, за цветами, да? 280. По-свойски человек мог бы сказать, 300 оставь себе. Но я тупо для проверки так, человека. Проверяем человека, смотрим. Оп! Он не оставляет тебе.
То есть для него 300 это дорого. Самое интересное, что я заказ отсюда получил. Мне сам, как говорится, тут поинтереснее будет. Еще и без детского выселки поехали вообще. Картошка нужна? Ой-ей. Выселок мне приходил заказ, то есть смотрите, суббота, да, выселки. О, прикольно. То есть ты, ну они в Тимофеевку едут на земляничную, но я думаю, что, в принципе, какая хрен нам разница. Ух, прикиньте, попустил. А я не поеду. Вот это дорога. И назад вы будете ехать. По этим кулду. Здравствуйте. Добро пожаловать. Не забудьте вести код ремни безопасности. Мы не сразу нашли поворот. Ну да. По Яндекс.Навигатору займет 17 минут. Ну такой незаметный. Ну да. Попрошайка. Здрасте. Натана, не понимаете, это у него так и есть, пассажирская? Пассажирская, да, водительская. Можно опустить, можно поднять. Подвиньте, сидеть назад. Нет, не здесь. Тут? Да. Удобнее будет. Ну, ничего так. Спасибо, до свидания. Хорошей дороги вам. Спасибо. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении Яндекс.Такси. Едем на заказ. Походу, это трубопрофильный завод. Мое мнение, что их, значит, не отпустили на карантин. Берем, поговорим с этим человеком, спрошу, типа, у него просто по поводу, типа. Вот он. Вот, смотрите, он на остановке стоят. Ну, на остановке можно еще подумать, что с каких-то других предприятий, но не суть. Сажу вам не дам. О, без нам. Трубопрофильный завод, правильно. На Макарова у нас безналичный расчет. Сказка, а не заказ. Где там у нас? О! Кайф. Я взял вот именно его. Там был вот этот на 40 лет победы, блин. Кто-то же поедет. Ну, поедет, знаете кто? Поедет тот человек, который не разбирается. Ну, как сказать? Да, не разбирается. Он за 265 сейчас поедет. Он откроет ценник и херит от того, что, типа, почему такая дешевая, дешманская дешевая цена. Забыл воду в умыватель налить. Если минералку залить в умыватель, что-то будет? Такси, да? Да. На Макарова? Угу. Что, не коснулись каникул? Нет, вот нас нет. Короче, как хотите, так и выживайте. Да. Вдруг коронавирус у нас заболеет, все. Все производство. А если тот заболеет коронавирусом?
Не знаю. Все, ты что делать? Все болеют. Все, все. Встало производство. Спасибо. До свидания. До свидания.